Эй, йоу, любители мобильных танков или просто поугарать над тем, что я вещаю. Да, да, сейчас. Итак, как там говорилось в пословице, зарекалась ворона говна не клевать, верно? Вот и я тоже говорил, что не буду больше открывать сундуки. Однако, чертов крушитель соблазнял меня сладкими речами из сундука. Эй, ты, слабый кожаный мешок, тебе слабо купить эти контейнеры, достать меня и провести целый стрим, разнося кабины в щепки. И я решил протестировать все, которые есть в магазине. Тем более, что вы постоянно на стримах спрашивали, стоит ли брать эти контейнеры или нет. Да, я знаю, что прошло уже несколько дней после этого, но если вы были на стримах и следили за мной в Инстаграме, то точно в курсе, почему так произошло. Слава богу, хоть голос слегка восстановился. Окей, не будем сейчас терять времени. Ставим лайки ролику, держим за меня кулачки и погнали! Ладно, ладно. Раз назвался груздем, то и размножаться теперь спорами. Открою очередную партию сундуков. Так, куплю скидочные за 10к голды, быть может, ими и оделаюсь, если повезет. Ну и начну с конца, то есть с АМХ-30Б. Крушитель оставлю на самый конец. Ну что, народ, погнали, мэвы! Казино. Не хочется плакать. Найс. Я прошла афганскую войну. Аллах Акбар. Кадры, которые вы сейчас увидите, поражают своей жестокостью и равнодушием. Это печально. Печально, да? Ну все. Спасибо тебе. Ладно, раз за голду не хочет, я попробую купить за бабки. Это бред, я знаю, это бред, полнейший бред. Но я это сделаю. 1890 рублей просто. Я обещал никогда не покупать контейнеры. Выпьем за пи***. Получено 17 контейнеров. Ну что ж, начнем. АМХ-30Б. Yeah, boy. Контейнер Т-25, pilot number one. Заз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 az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 
Вырежьте это, некрасиво вышло. Сейчас. Вот. Еее! Четко! Просто су! 130 PM! Let's go! Let's go! Yeah, boy! Сертификаты and booster fighting опыт! Yeah, baby! Action X! Говно воняет! Потрясающе! Просто так и хочется потрясти! Контейнер VZ20G. Мне это не нужно, в принципе. Пофиг вообще. Ладно. Мне нужно. Меня интересует только камуфляж и интересует крушитель. Как бы, в принципе, уже все понятно с этим. Только не выйди, пожалуйста, дрянь китайская. Спасибо. Крушитель на потом, химеру. Смотрим. Угу. Прекрасно. Дракула, пожалуйста. Камуфляж. Камуфляж. Даже комок зажали. Ёпрст. Вот, на Хелсинг мне очень нужен камуфляж Ворон. Прям очень. Пожалуйста, камуфляж, я тебя умоляю. Я тебя умоляю, во имя света, просто.
Все, осталось три последних там контейнера. Пожалуйста, крушитель, во имя богов, просто выпади. К черту все остальное, просто выпади, пожалуйста, крушитель, выпади. Я тебя молю, ты мне нужен на аккаунт. Просто, как я не знаю, как третье легкое мне, давай, пожалуйста. Выпади, крушитель, во имя богов, крушитель! Ясно. Зато у меня есть 18 тысяч голды. Интересно, а купить еще сундуков? А, похрен. Я же идиот. Коллекция контейнеров X17. Дамы и господа, ladies and gentlemen, только у этого дебила можно увидеть скрытие стольких контейнеров. Просто, ну это пипец, просто идиот. Я идиот. Это уже доказано всем. Всеми. Я голду слил, все слил, просто все вообще. Тупо. Давайте откроем, что здесь будет. Перейти, все, переходим. Понеслась. IMX30B. Просто по классике. Третий раз. Дежавю. Отлично. ВЗ-112-2. Давай. Отлично. Так, господа, дальше. Т-25 пилот номер 1. Давай мне еще один камуфляж, чтобы было два камуфляжа, ни одного танка. Поехали. Ах, ну ладно. Будет просто камуфляж. Акула. Ну, конечно, зачем давать акулу? Согласитесь, ну это бред же. Зачем акулу давать? Не, лучше тебе бустер боевого опыта, пожалуйста. Иди пожигам на... Давай, сейчас суперконь выпадет, смотрите. Да, не выпадет. Так, СУ-130ПМ, давай! Так, Action X. Ну, конечно же, он выпадет, я в это верю, ребята. Ну, это просто пролистываем, здесь никогда ничего не выпадает. Так, далее. А, ВЗ мне не нужен. Пожалуйста, только не выпади ВЗ. Я тебя молю, только не выпади ВЗ. Ой, слава богу. Крушитель пропускаем. Химера. Ну, химерка, понятное дело, тоже прокрутится. Эль Классико. Пожалуйста, дай мне двуликий. Хелсинг. Мне нужен камуфляж, ворон. Пожалуйста, я не смотрю. Ты надо мной издеваешься! О, боги! Твою-то мать! Да за что мне это? Ой, блин. Все, надоело, просто надоело. Ох, крушитель, я тебя молю. Давайте, ребята, просто возьмем все пальцы, скрестим. Я не буду больше покупать сундуков, хотя у меня накопилось голда. Пожалуйста, крушитель, просто выпади. Ты мне нужен. Я только из-за тебя, можно сказать, и купил эти сундуки. Пожалуйста. Не, ребят, я никогда вам никогда не советую вот играть в эти полоумные игры картофельные. Как бы, ну его нахрен. Лучше уж дождаться, когда танк будет продаваться, чем эти сундуки и щекотать себе очко и нервы. Все, ребят, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там на ресурсы, на все. Я пошел, не знаю, тереть соски мылом.